27 ноября президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев принял делегацию под руководством главы Чеченской республики Российской Федерации Рамзана Кадырова. Уважаемый Рамзан Ахматович, очень рад вас видеть в Азербайджане. Добро пожаловать. Ваш визит будет служить делу укрепления традиционных братских связей между нашими народами. Чеченский и азербайджанский народ на протяжении веков дружат, поддерживают друг друга. И сегодня наши отношения выходят на новый уровень. Поэтому я очень рад вас приветствовать в нашей стране, как нашего дорогого гостя. Хотел бы воспользоваться возможностью и поздравить вас и весь братский чеченский народ с большими достижениями в социально-экономическом развитии. Я знаю, мне рассказывают те, кто посещает вашу республику. И по телевизору я вижу, как преображаются города, расцветает республика и решаются очень многие социальные вопросы, инфраструктурные вопросы. Я знаю, что все это находится под вашим личным контролем и под вашим руководством. Также нас очень радует, что в Чеченской республике установилась стабильность, люди живут в условиях безопасности, спокойно созидают на своей родной земле. Как вы знаете, Азербайджан с республиками Северного Кавказа связывает давняя история. Близкие отношения, духовные связи, культурные связи, родственные связи. И, конечно же, мы считаем, что стабильность и безопасность развития на Кавказе возможно только совместными усилиями. И, конечно же, наши отношения с Чеченской республикой и с другими республиками Северного Кавказа являются важным фактором отношений между Азербайджаном и Россией. Вы знаете, эти отношения успешно развиваются. Мы стратегические партнеры. Очень много визитов глав государств. Президент России за последние 5 лет совершил 4 визита в Азербайджан. И в этом году в сентябре я посещал Россию, и он Азербайджан. Так что мы очень активно взаимодействуем и имеем очень высокий уровень доверия. Вы, наверное, знаете, что во время визита Владимира Путина был проведен межрегиональный форум российско-азербайджанский, где были ваши представители. Так что отношения наши, опять же, хочу сказать, основаны на истории, на братстве. И уверен, что ваш визит будет служить укреплению нашей связи. Еще раз добро пожаловать. Спасибо, Иван Юрьевич, за то, что вы пригласили, за то, что вы нашли время. Позже случаем хотим еще раз вас поздравить. Переизбрание с доверием народа, вы не только делаете добрые дела в Азербайджане и для всех мусульман в целом. Мы видим, как вы строите братские отношения, проводите конференции, принимаете духовных лидеров, не только духовных, наших, руководство регионов, и объединяете не только мусульман, и все конфессии. Это дорогого стоит, поэтому это видит и азербайджанский народ, это видит и все кавказские народы. И я очень рад, что сегодня вы нашли время встретиться с нами. Я рад, что у нас есть братские, дружеские отношения, только развиваем культурные, там, спортивные, там, другие отношения. А самое главное – это братские отношения, потому что самые сложные годы, не могу не вспомнить, как Гайдар Алиев, ваш президент, помог, протянул руку помощи нашему народу и помогал до конца, и поддерживал нас. Это мы никогда не забудем. Поэтому мы в памяти нашего уважаемого Гайдара Алиева открыли сквер республики. Не открыли, а подготовили. Ждем дорогого старшего брата на открытие. И если у вас получится приехать в республику, это для нас будет очень важно и политически, и чисто по-человечески, по-братски тоже. Хочу еще раз сказать спасибо вам большое за то, что вы пригласили и нашли время для нас, и за то, что вы все делаете все для всех мусульман, для Кавказа и, в частности, для нашего региона.
Спасибо большое. Я хотел бы поблагодарить за такое уважение к памяти моего отца Гейдара Алиева и создание такого прекрасного сквера. Это очень важно для всех нас. Я очень благодарен. И хотел бы со своей стороны сказать, что в Азербайджане также с большим почтением чтят память Ахмад Хаджи Кадырова, руководителя Чеченской Республики, который в самые тяжелые годы для вашего народа вел народ по пути развития и пожертвовал собой, как шахид, во имя своей веры, во имя своего народа и будущего. И вы знаете, наших родителей также связывали близкие отношения. Мы эту традицию продолжаем, так должно быть. И уверен, что будем идти вперед. И, конечно, с удовольствием принимаю ваше приглашение. Приеду